Но вот приговор ему. На территории Мариуполя умер 7-месячный ребенок от недоедания. Это та территория, которую контролирует президент Порошенко. Почему умер? А потому что там вся нарушена система социального обеспечения. Ни врачи не приходят и так далее. Почему сюда едут из Донецка люди? За едой. Еще покупают там еду и везут в Донецк. Послушайте, вы не играйтесь. Ну сколько можно вот этой спекуляции? Семимесячный ребенок. Знаете, я это трагедия. Послушайте, вы спекулируете. Почему умер? Вы сейчас заставите меня совершить мужской поступок. В отношении детей не смейтесь. 7 месяцев. Почему он погибает? Это вы уверены, что из-за недоедания? Так, на место. Прекратите. Все назад. Тихо. Все назад. У меня драться не надо. Спасибо. Я все это понимаю, но еще раз говорю, галстук если вы приезжаете сюда, да потому что вот это спокойно. Детей убийств, спокойно. Прекращайте цинично улыбаться. Но это все провокация, просто нет слов. Извините, нет, и успокойтесь оба. Во-первых, нельзя вот это заготовки спокойнее.